дорогие жители станицы Каневской, хочу вам продемонстрировать чудеса нашей станицы. А именно, как у нас ремонтируют дороги за деньги налогоплательщиков. Сейчас мы с вами находимся на улице Резникова. Дорожные рабочие ремонтируют дорогу. Ямы у нас засыпают грязью. Вот грязь. Не асфальтом, а именно грязью. Я думаю, нашему главе Каневского сельского поселения Репину должно быть стыдно.